Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы поговорим с вами о такой небольшой, но очень важной теме, как заголовок библиографической записи законодательных актов и стандартов. Ну, больше, конечно, сегодня будет про законодательные акты, так как там гораздо больше нюансов и камешков преткновения, о которые мы можем запинаться, когда делаем, формулируем заголовки этих записей. И начнем мы с вами вот с какого. Да, вот три вопроса, которые мы сегодня рассмотрим. И продолжение у нас будет на следующем вебинаре, где мы будем разбираться с остальными элементами библиографической записи. И еще раз начнем с того, что вспомним про наши заголовки. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к самим заголовкам, стоит нам все-таки отметить еще один, остановиться еще на одном моменте, а именно месте законодательных актов в списке использованной литературы, то есть том библиографическом списке, который мы составляем для наших письменных работ. Как правило, все списки литературы начинаются с законодательных актов. Вот их место в самом начале. Ну, это, как правило, традиционно так сложилось, никакого ГОСТа по этому поводу нет. Есть разные рекомендации, есть разные практики, но в основном вот таким вот образом. И место ГОСТов, вы можете спросить, а где же здесь стандарты? Да? Вот как раз в первом разделе «Законодательные акты» в самом конце, после локальных актов, идут еще и всякие государственные стандарты, санпины, патенты и прочее. Вот это вот выносится туда. В каком порядке примерно это внутри раздела законодательных актов, какова группировка может быть, ну, в основном тоже принята вот такая структура. Сначала идут международные законодательные акты, затем Конституция, конституционные законы, федеральные законы. А потом пошли подзаконные акты. То есть можно разделить на два больших подраздела. Это законодательные и подзаконные акты. Это указ, постановление, приказы и так далее. Ну и как видите, от общего к частному, если условно говоря, можно так сказать. Да? Ну, вот они вот так вот идут. Судебная практика. Мы говорим сейчас про... В основном те документы, которые используются в большинстве письменных работ, но если речь идет о решениях, постановлениях суда, здесь надо смотреть судебные органы какие. Они пойдут у нас вот здесь. Вот здесь. Не не в федеральных законах, а вот здесь в подзаконных актах вы можете выделить там судебная практика, например, и у вас будут также идти там постановления суда, только у нас не вот в этом разделе правительства, да, а после них может быть выделен вот здесь постановление органов исполнительной власти, муниципальных учреждений, организаций, и вот здесь можно выделить место для судебных актов. И решение постановления суда, просто у вас будет отдельный раздел, да, а в нем уже вот так вот будет там Верховный суд, какой там еще, да, там городской, поселковый, условно говоря, да, по градации, вот как они идут. То есть вот это можно взять за основу, за такой шаблон, от которого можно оттолкнуться. То есть все равно мы будем, если мы в своей работе помимо судебной практики еще используем различные документы, там указы, распоряжения президента, если они у нас есть, то они у нас будут здесь, потом правительство, министерств, ведомств, государственных комитетов. И вот дальше пошли орган исполнительной власти субъектов РФ. И стоп, вот здесь вы можете включить еще дополнительно судебной власти субъектов РФ. Да? И вот там уже как бы у вас такой подраздел станет. Вот сюда можно, например, вставить. Ну и смотрите, если есть либо после 9-го муниципальных органов и потом. Если у вас каких-то источников нет, ну нет у нас нормативных актов муниципальных органов, но зато полно решений суда. Значит, у нас вот этого раздела, конечно, не будет. И у нас вот оно как раз встанет на свое место. Если каких-то законов у нас, коллеги, если... Плохо слышно, попробуйте выйти и перезайти. Я смотрю, что у меня звук вроде нормально идет.
Да, и спасибо, Геннадий, нормальный звук. Попробуйте выйти, перезайти. В записи должно быть все хорошо. И нужно ли делать в списке отдельно выделять вот эти разделы? Если у вас одна конституция, три федеральных закона и два указа президента всего в работе, ну, наверное, нет. Наверное, это просто пойдет общим списком, но вот в этом порядке. Тогда мы сможем сориентироваться, где что у нас находится. Если же у вас 23 федеральных закона, 6 международных договоров, 15 распоряжений указов президента и там еще с десяток постановлений и приказов, инструкций различных министерств, ведомств, государственных комитетов, то, наверное, да, для них нужно будет выделить как бы подраздел, назвать его там международный законодательный акт, и вот они пошли. Там федеральные законы, вот они пошли. Еще что-то, вот оно пошло. Тогда да, ну, используем метод ограниченного хаоса. Да? Если мало, то в одной кучке. Если много чего-то накопилось, то это можно выделить в подраздел. В принципе, это должны быть все моменты оговорены и учтены в самих методических рекомендациях. Если же иное не предусмотрено, ну вот здесь исходим уже из логики. Да, как удобнее это сгруппировать, как это удобнее сделать. Ну хорошо бы, чтобы это было все-таки как-то прописано, что если у вас, то вот в каком случае делаем подразделы, в каком случае все в общей кучке, но в одном порядке. И вот в этом случае, когда у нас особенно все в одной кучке идет, но по порядку, навести в этом порядок иногда бывает очень затруднительно, когда у нас все идет библиографическое описание под заглавием. Вот здесь заголовок нам может помочь очень быстро навести порядок в этом списке. Потому что мы можем два варианта использовать для описания законодательных актов. Под заглавием или под заголовком. Вот сегодня мы говорим про заголовок, который и поможет нам, во-первых, навести порядок нам как исполнителям в том богатстве, которое у нас есть. И вообще этот вариант предпочтительней. Он более удобен для группировки, ну, для библиотекарей, для поиска, естественно. Для подсчета количественных показателей по источникам становится гораздо удобнее. Например, проанализировать, какие законы использовались, все ли использовались. Это на пользу и тому, кто пишет, и научному руководителю. И рецензентам удобно смотреть список литературы, да, если тут какие-то претензии или все замечательно и прекрасно. Так что это важный момент и для пишущего любую ВКР, там, диплом курсовую, не говоря уже о диссертациях, и для научных руководителей. Да, понять, все ли необходимо из законодательных, там, нормативных актов мы учли в своей работе. И место нормативных актов. Ну, вот они идут вот так, да, примерно в таком порядке. После локальных актов, здесь у нас вот законодательные они закончились, т-т-т-т-т, мы все написали, и дальше нормативные акты. Вот наши ГОСТы, ОСТы и так далее. Ну, здесь та же самая вещь. И удобнее, конечно же, если мы начали. Никто вас не заставляет делать под заголовком. Если вы хотите делать под заглавием, или у нас так принято, мы ничего менять не хотим, ну, или в требованиях у вас написано под заглавием, ну, мы не можем вас заставить писать все под заголовком. Да? Ну, нет такого вот нормативно-законодательного правила. Но все-таки удобнее под заголовком. Но для этого надо понимать, как его правильно составить. Тем более, если вы знаете, это нужно, даже если вы пишете под заглавием, потому что в других работах вы можете встретиться с тем, или в каталогах, картотеках, в каких-то ресурсах, базах, вы можете встретиться с тем, что они идут под заголовком, а не под заглавием. И вам нужно понимать, это тот документ или не тот. А для этого надо понять, где заканчивается заголовок, где начинается название документа. Есть пара моментов, которые нам облегчают жизнь в этом плане. Вот с них мы как раз сегодня и начнем. Регламентирующие документы для составления библиографических описаний на законодательные и нормативные акты всего три, ну, основных. Основные правила. Это вот наш ГОСТ по библиографической записи и описанию. Вот все, что здесь перечислено, да, это вот как раз и этой темы касается тоже. Это для описания. Электронные ресурсы. Вот. И хотя здесь и речь идет о библиографических ссылках на электронные документы, а мы говорим сейчас все-таки о описаниях, а не о документах, а не о
господи, не о ссылках. Но из тех правил, которые приведены здесь, мы помним, что ссылка – это уменьшенный или почти такой же вариант, как библиографическое описание. Вот отсюда мы можем взять то, чего нам не хватает вот здесь. Слегка трансформировав, мы можем составить описание на те ресурсы, которых, может быть, здесь нет. На те же законодательные акты из справочно-поисковых систем, там гарант, консультант плюс и так далее. Вот здесь они очень хорошо расписаны. Поэтому, ну, вот эти два ГОСТа – это то, что у нас уходит на следующий вебинар. Но говорим ли мы о печатных или об электронных ресурсах, везде есть тот элемент, который является главным и основным. Да? Основная точка доступа. Одна из основных точек доступа к информации, то есть обязательных элементов, по которым осуществляется поиск, особенно это важно для электронных каталогов. Это заголовок библиографической записи. И вот этот ГОСТ, вот он, про него мы сегодня не будем говорить. То есть упоминание пунктов ГОСТа, это касается вот этого ГОСТа. Для нас важно виды заголовков и особенности каждого вида заголовков. И раз мы сегодня говорим о законодательных актах и ГОСТах, то вот два вида заголовка нам и понадобятся из этого ГОСТа, а также общие правила. Поэтому вот эти два ГОСТа оставляем на следующий раз, а сегодня пройдемся по заголовкам. Какие же виды заголовков у нас существуют? Так, вижу, Геннадий Егоров спрашивает, будет ли доступна презентация? Не, сегодня презентации не будет, но я вам размещу все материалы. Я помню еще за прошлый вебинар, у меня долг висит перед вами, разместить материал на сайт, я это сделаю. Поэтому приношу извинения, что раньше этого не сделали, размещу вот как раз за праздники, может быть, даже на праздники вам подарок сделаю, куда можно будет зайти, где можно будет это смотреть. Вспоминаем. Виды заголовков. В ГОСТе они определены. У нас выделяется всего 4 вида заголовка. Вот они у нас 5 видов заголовка, но чаще всего мы используем 4. И вот выделенные жирненьким – это то, что нам сегодня нужно. Имя лица – это авторский заголовок, фамилия, инициалы – это нам сегодня не нужно. Наименование организации – раздел номер 6, обозначение документа – раздел номер 8. Вот эти два раздела – это как раз наша сегодняшняя тема, где речь идет об органах государственной власти, раз, и обозначение документа – это наши ГОСТы. Вот это 8 раздел. А органы исполнительной государственной власти относятся к 6 разделу. Вот эти два раздела мы в основном сегодня и будем рассматривать. Так, Светлана, вижу вопрос в чате. Как я уже говорила коллегам, нас сегодня сократили до невозможности, поэтому мы самое основное сейчас постараемся пройти. На основных моментах остановимся. И на следующем вебинаре мы начнем с того, он будет у нас чуть побольше, мы это время доберем. И на следующем вебинаре мы начнем еще раз заголовков, вспомним. И вот то, чего сегодня у нас останется за кадром, мы как раз с этого и начнем и разберем, хорошо? Поэтому, коллеги, большая просьба, спасибо за вопрос, Светлана. Если есть, поэтому я на вопросах пока не останавливаюсь. Если есть вопросы, вы их в чат пишите. Я сделаю распечатку чата и либо в нашей группе ВКонтакте я на них вам отвечу, либо на следующем вебинаре начнем с того, что вот разберем вопросы, которые поступили, хорошо? Так что не стесняйтесь, в чат вопросы пишите, я их вижу, они никуда не пропадут. Ну, раз у нас сегодня так получилось, то галопом по Европам. Но оставить вас совсем без информации я не могу. Так вот, 6 раздел. Наименование организации – это вот как раз то, что нам и нужно. Структура раздела. Вот она кратко здесь представлена. По пунктам можете потом останавливать на паузу запись вебинара и прям вот посмотреть. Да, все это будет. Либо зайти на сайт, где будет выложена вот эта вот штучка, я вам выложу.
Кто может быть в заголовке? Какая организация? Сколько организаций? Что такое идентифицирующие признаки? Это пояснялки в круглых скобочках в начале описания. То есть это пояснялки, которые раскрывают содержание заголовка. И заголовка может быть что-то непонятно, и чтобы его не утяжелять, не увеличивать до невозможности, вот вводят такие идентифицирующие признаки, которые дополнительные критерии, которые, признаки, которые позволяют нам идентифицировать этот документ, найти его, пояснить. Форма приведения наименования организации. АО, ООО, пишем, не пишем, сокращаем, не сокращаем. А если аббревиатура, надо ли ее раскрывать или нет? Это вот пункт 6.4. Самое важное вот еще. Простые сложные заголовки и идентифицирующие признаки. Видите, вот эти идентифицирующие признаки, они присоединяются к заголовкам. А заголовки у нас могут быть простые и сложные. Простые – это вот с одной точкой идет. Заголовок, точка, а дальше пошло основное заглавие. Сложные заголовки может повторяться вот это звено несколько раз. До точки раз заголовок, потом опять бах, точка, потом опять бах, точка. И только потом начинается основное заглавие. Вот этот сложный заголовок, он как простой, это как, знаете, трамвайчик. Один трамвайчик из одного вагона. А сложный заголовок – это может быть целый состав железнодорожный. Да, вот они точками разделены. И здесь важно понять, где начинается основное заглавие, где заканчивается заголовок. Первый лайфхак очень простой. Как только вы видите слова «о» или «об», «о назначении», «о принятии», «об охране», вот это пошло основное заглавие. Потому что если мы говорим о каких-то законодательных актах, то там идет как распоряжение правительства Москвы о чем-то там. Распоряжение о, да, постановление о, приказ о или об. Вот это о или об, это уже стопроцентный сигнал, что это пошло основное заглавие. Значит, все, что до него, это был заголовок. Будет там один вагончик или целый железнодорожный состав. Это все будет сложный, один простой заголовок, а если много, то это будет сложный. Ну вот первый лайфхак, как можно определить, да, где у нас находится заголовок, где начинается заглавие. Вот эти важные пункты, очень важные пункты, когда мы имеем дело с законами, постановлениями, распоряжениями и прочим. 6.6, 6.7, 6.8. Наименование органа государственной власти, включающий в себя заголовок его структура, содержащий наименование высшей государственной должности и законодательных и иных официальных документов, содержащих в себе. То есть вот эти три основных раздела, три основных пункта с подпунктами, вот это самая главная часть, в которой нужно разобраться, и если мы ее не понимаем, для нас написание заголовка становится страшным делом. Временные организации в заголовке, 6-9 пункт, и особенности их оформления. Что такое временная организация? Съезды, конгрессы. Есть два понятия в ГОСТе указаны. Есть постоянная организация, есть временная организация. Постоянная – это, знаете, университет или институт, или колледж. Вот. Есть дом, в нем есть организация. И она работает месяц, два, год, 10, 5, 20. Это постоянная организация, а есть временные организации. В этом колледже проводится там семинар общероссийский, общегородской и так далее. На него съезжаются участники, и потом издается сборник статей, докладов, выступлений, семинара такого-то. Или там совещание, конгресс, съезд. Конференция. Вот конференция в ВУЗе проходит. Да? На нее съезжаются, издают сборник и разъезжаются. Съехались, провели
разъехались. Вот это временная организация. То есть мы собираемся все вместе ради осуществления какой-то цели, да, задачи, решения каких-то задач. Потом мы расходимся, а вуз как стоял, так он и стоит. Вот это постоянная организация. Это условно, чисто наглядно для того, чтобы понять, где временная, где постоянная. В гости в этих пунктах, в этом разделе прямо дан перечень, ну, конечно, с пояснением и т.д., и д.р., и т.п., но вот это хорошо бы можно сделать прям табличкой. Выпишите прям себе постоянные организации, примеры из ГОСТа, временные организации, прям вот из ГОСТа копипастом поставьте. Что такое временная организация? И тогда вам легче работать, такая рабочая таблица. Когда вы встречаете источник, вы сразу сборник материалов, конференции, т.т.т. А нам надо сделать описание под заголовком не на статью из сборника, а на весь сборник. А вот как написать заголовок? А это временная или постоянная организация? А вот смотрим. Ага, материалы конференции, все. Слово конференция есть, где оно у нас? В временных организациях. Значит, мы смотрим пункт 6.9, временные организации, особенности составления описания на них. И все, там примеры, смотрим, читаем, делаем. Да? То есть вот такой совершенно простой момент мы можем использовать. Простые заголовки. Вот он, одно звено. Простой заголовок может быть у нас с идентифицирующими признаками. Например, вот указание на город, место расположения. Либо, видите, цифры, это номер. Колледж, лицей, школа, менеджмент и маркетинг, где их только может не быть. Если мы не добавим идентифицирующие признаки, нам непонятно будет вообще, о чем идет речь. Это Благовещенск, Москва, Ставропольский край. Что это? Где этот колледж? А если их в городе 144 штуки, какой из них имелся в виду? А вот мы пишем номер 128, город Москва. А вот теперь нам понятно, где он находится и с кого спрашивать за вот это следующее безобразие. Да? Вот это и есть зелененькие идентифицирующие признаки. Совсем не страшные, правда? И все это есть в названии, как правило, на титульном листе. Мы просто его переформатировали и написали. Вот, все, у нас простой заголовок с идентифицирующими признаками готов. У временных организаций тоже может быть. Но тогда здесь, видите, ставится год, когда проводился этот конгресс, когда проводилась эта конференция. И место, да, проведения, где оно существовало, куда они все съезжались-то. А лицей, его номер и место, где вот он находится. И вот такую, это тоже будет в материалах, что используется. Имя лица, да, тоже может быть. В идентифицирующих признаках географическое название, даты, номер. Это не все, но это то, что используется как раз для законодательных вот этих наших актов. Исключение. Когда вот это вот, мы не указываем в круглых скобочках. Везде ли этот город нужно писать? Если есть у организации статус общественный, то мы идентифицирующие признаки не приводим. Либо в самом названии уже указан ее статус, ну, вот как Международная Академия Бизнеса. Какой тут город, да, писать? Где она же международная? Значит, мы ничего не пишем. Но Высшая школа экономики мы пишем. Это не международный. Не статус общественной организации и не носит характер международного документа. Вот, поэтому мы вот это вот здесь не указываем. Российская библиотечная ассоциация, если носит статус общественной организации, то не указываем. И если указано, что это вот российская, то тоже можем не писать. Но это общественная организация, поэтому здесь не пишем. А вот Российская национальная библиотека – это уже постоянная организация, поэтому указывается ее местонахождение. Санкт-Петербург. И еще одно исключение, когда местонахождение не указывается, если организация является органом государственной власти. То есть мы не пишем правительство Российской Федерации, да, или там Бурятии. Мы пишем Российская Федерация, правительство, или Республика Башкортостан, правительство. И вот здесь мы с вами сейчас подошли к самому основному. Это сложные заголовки, раз, которые состоят вот из вагончиков наших. И сложный заголовок может быть и для постоянных организаций. Например,
кафедра что-то издала, да, какие-то там или документы кафедры нам нужно оформить, там, регламент мы приводим в своей работе, и мы пишем, что это там регламент кафедры там, взаимоподдержки. Какой? Какого вуза? Мы должны дать пояснение. И вот это вот пояснение приводится вот здесь. То есть это организация, а это ее структурное подразделение. Вот эти следующие звенья, они меньше, чем предыдущие. Предыдущие всегда больше, последующие меньше. Как бы структуру, как матрешку раскрываем, да, от большой к маленькой. Вот так же и здесь. Университет, там, факультет, кафедра. Тогда у нас было бы три звена. Уловили? Да, технология, как бы, как оно строится. От общего к частному. От большего к меньшему. Может сложный заголовок присутствовать и для постоянных организаций. Но все законодательные акты и документы органов государственной власти, они всегда имеют характер и структуру сложного заголовка. И вот теперь самое главное. Следите за цветами. Зеленый цвет. Схема пример. Российская Федерация, Государственная Дума, правительство, Москва, правительство, Республика Бурятия, Народный Хурал, ну вот так у них там называется высший орган власти. Российская Федерация, Министерство культуры. Вот то, что написано жирненьким, это юрисдикция, название страны или административно-территориального образования, то есть то, можно запомнить очень просто, это то, на что распространяется действие этого документа. А дальше, вот в этом зелененьком, это одна схема, у нас их будет три. Наименование органа власти. Государственная дума, правительство. И вот здесь мы сталкиваемся с вопросом, что является органом власти, да, государственной власти. И что является субъектом. Потому что в самом ГОСТе у нас как раз это и прописано в пункте. Вот. В заголовке, содержащем наименование органа государственной власти, первым звеном приводится название юрисдикции, затем наименование органа власти с необходимым количеством структурных подразделений. Это вот как раз пункты 6.6, 6.9. Вот они нам. 6.8, 6.9. Вот они нам понадобятся, ну вот здесь написано. Да, совершенно верно, Елена, здесь большую букву, у нас, как всегда, большая буква куда-то убежала. И если есть структурные подразделения, то они также через точку будут дописываться. Основное заглавие будет начинаться со слов, с предлогов «о», «об». Да? Вот до них это все будет, если там два структурных подразделения, значит, будет два структурных подразделения. Например, Российская Федерация, Министерство обороны, Главное военно-медицинское. А у вас в тексте может быть написано там, какое-то распоряжение, письмо или там, что-то, документ, да, Главного военного, распоряжение Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации. Второй лайфхак. Чтобы правильно сделать заголовок, видите, у нас начиналось с главного управления, потом Министерство обороны, а потом Российской Федерации. В заголовке все наоборот. То есть мы нормально читаем слева направо, в заголовок пишем справа налево. Сначала юрисдикция Российская Федерация или Республика Алтай, да, там, или там, Краснодарский край. Потом Министерство обороны, а потом Главное медицинское управление. Читаем слева направо. Заголовок идет, наоборот, справа налево. И вот у нас, и сколько бы у нас этих структурных подразделений не было, они вот сюда как раз выстраиваются. О, вот здесь, Елена Примак, смотрите, дума у нас уже правильно выросла, да, буковка «Д». Вот примеры, как это может выглядеть. Комитеты, все. Да, иногда приходится даже поискать, посмотреть структуру этой организации, вообще к чему это относится. Не всегда это понятно из самого документа. Тогда нужно, да, открыть эту организацию, сайт. Благо, сейчас информации много в интернете, ресурсов можно открыть официальный сайт и посмотреть, как она правильно выглядит. Но, как правило, ну, вот, в основном все это в тексте уже есть самого документа.
С этим мы разобрались. Там матрешка. Следующий вариант. Вот эта матрешка, кстати, она по всем видам сложных заголовков, законодательных актов, система одна и та же. Да? От большего к меньшему. Следующий цвет, который у нас появился. То же самое, юрисдикция. Первая часть не меняется, она всегда будет. Название страны вот для законодательных актов, официальных документов, органов государственной власти и субъектов государств, федерации. А вот дальше у нас вторая часть меняется. Там у нас была организация, да, правительство, министерство, дума и так далее. А здесь у нас появляется наименование вида документа в унифицированной форме. Законы, договоры, уставы, конституция. Вот все, что сюда входит, вот мы его сюда прописываем. Точно так же мы можем добавлять распоряжения, указы, там приказы там, губернатора, президента, главы территориального объединения и так далее. Да? То есть у нас может, вот сюда тоже мы можем это добавлять. Поэтому, когда мы пишем про федеральные законы, мы их собираем так. Российская Федерация, законы и дальше об образовании. И дальше у нас идет пояснение, что это федеральный закон. Это мы уже в следующий раз с вами разберем. Вот у нас заголовок есть. И вот он у нас в списке выстраивается очень хорошо. Российская Федерация, законы. Если у вас много федеральных законов, а потом еще какие-то, не носящие федеральный характер, вы можете вот здесь... Ну, например, закон об образовании может быть федеральный характер носить, тогда мы пишем Российская Федерация, а в каждой республике, например, может быть еще свой закон и носить то же самое название. Например, закон об охране здоровья граждан. Есть федеральный закон, тогда мы пишем Российская Федерация, законы. А может быть Республика Адыгея, тогда мы тоже напишем законы. Название будет то же самое. Вот здесь и мы понимаем, что первый закон относится ко всей Российской Федерации и действует на всю территорию, а второй только на Республику Адыгея и никак иначе. И вот это очень важный момент, потому что если мы напишем просто закон об охране здоровья и не напишем, что это Российская Федерация или Республика Адыгея, у нас может возникнуть... Как мы это в своей работе использовали, может возникнуть путаница. Примеры, во-первых, вот. Да, во-вторых, вот они, примеры, это прямо вот из заголовков и берем, по ним и идем. Но у нас может быть еще не только указание на документ, у нас может быть еще и наименование должности. Выше сложный заголовок, который содержит наименование высшей государственной должности. Вопрос, опять же, все вот это относится к документам федерального значения и относящимся к субъектам Российской Федерации. Поэтому вот это тоже важный момент. Если у нас добавляется должность, все то же самое. Юрисдикция, начинаем с того же. Где он правит? Где это находится? На какой территории это действует, да, и чем, собственно, управляем. Президент. Российская Федерация, президент, а дальше у нас пошло. Если у нас много указы, приказы, распоряжения, вот тогда мы их сюда можем третьим звеном тоже дописать. Да, то есть объединить красненькое и желтенькое. И вот первая юрисдикция. Глава чего? Республики Башкортостан, губернатор чего? Московской области. И вот здесь важный момент. Добавляются идентифицирующие признаки. В принципе, мы можем не писать, но лучше написать, потому что документ у нас может относиться разные периоды управления, скажем так. Да, могут быть разные президенты, могут быть. Мы можем брать какое-то распоряжение или постановление ельцинской эпохи. И последний. Да? И там какой-то сравнительный анализ проводим. Так, список-то мы это отразим, значит, надо понимать, где какой президент и кто какое решение принимал. Вот для этого вводятся идентифицирующие признаки. То же самое, годы
или год, вот здесь они все еще действующие, поэтому один год, если срок истек, тогда вот сюда дописывается второй год. Да? Мы понимаем, что вот в этот период был принят этот документ вот этим губернатором, который был вот, вот им. Да? Вот этот человек был этим губернатором вот в эти годы, и вот такой документ принят. Вот эти пояснения лучше всего дописывать. Особенно если, вот, как я сказала, уже несколько документов приняты на одну и ту же должность, но разными людьми и в разный период времени. И сразу из заголовка мы уже видим, смотрите, сколько информации мы сразу можем собрать. Вот, это 4 пробела. Если у нас, это не надо ставить в самом описании, это я вам для примера привожу, что здесь ставится 4 пробела. Пробелы по количеству пропущенных знаков, да, мы показываем, что срок еще не истек. И до и после точки с запятой не забываем пробел ставить обязательно. Да. Вот 3 схемы у нас есть. И вот все в основном договоры, распоряжения, постановления и прочее, они укладываются в эти 3 схемы, все эти документы. По примерам я вам сейчас оставлю вот этот слайд, чуть-чуть покажу. Кому из этих, вот к предыдущему примеру, кому из этих лиц можно добавить идентифицирующие признаки? Да, здесь везде губернаторы, главы, мэры и прочее, прочее, прочее. Опять же, обратите внимание, в гости, в пункте, в пунктах, которые рассматривают и регулируют эти вопросы, речь идет о высших должностях, то есть руководителях, либо страны, либо субъектов федерации. Это важный момент. Попробуйте вот это вот не сейчас сделать, вот к следующему занятию, да, попробуйте подумать, куда мы добавим, для кого идентифицирующие признаки. А вот теперь идем дальше. И вот самый главный момент. Вторая шпаргалка, которую вам хорошо бы иметь под рукой или тем, кто будет составлять заголовки. Раз речь идет о субъектах, мы должны понимать, о каких, кто является субъектом. Это отражено в Конституции, 65 глава, по-моему, там приведен, давайте я вам прям ссылочки на него дам, приведен прям полный список этих субъектов. У нас их всего 89. Вот их мы как раз эти схемы на эти субъекты и распространяются. Вот где-то найти в СПС гарант, и второй, где сами на сайте официального опубликования правовых актов, там тоже этот список есть. Какие республики, края, области, города федерального значения, автономные округа и автономная область, она у нас одна. Вот это субъекты. И плюс все федерального значения. Поэтому, если у нас это влияет на первую часть сложного заголовка. Если у нас юрисдикция Российская Федерация, постановление Государственной Думы, там президента, федеральные законы, то первая часть у нас будет Российская Федерация. Если этот документ касается только какого-то субъекта, республики, края, области в составе Российской Федерации, вот тогда мы пишем его название этого субъекта. Там, Алтайский край, Республика Карелия, Архангельская область и так далее. И еще одна подсказка, которую я вам сейчас покажу, и потом я сразу убежим. Сразу убежим, посмотрим, как она работает. Вот такую штуку мы придумали, чтобы не путаться, когда какой схемой воспользоваться. Ну, вот такой вот по аналогии светофора, а у нас заголовка фор. Здесь нет запрещающего знака. Все эти цвета, они просто показывают нам ориентир. Они показывают свою дорогу, которой мы пойдем. Помните, я вам говорила, в схемах мы с вами смотрим на цвета. Да, обратите внимание, там они у нас разделены. Вот как раз эта подсказка, куда нам идти. У нас 3 есть схемы. Там, где в состав заголовка входит высшая государственная должность, вид документа и орган государственной власти. Отсюда ЧДО. Человек, документ,
И ну, орган, чтобы не хихикали задние парты, условно назовем его организацией, да, ЧДО. Для формирования заголовков. Вот эта штука может помочь. Я не знаю, попробуйте, может быть, вам она тоже окажется полезной. Ну, вот вам пример. Например, у нас есть 6 документов. Попробуйте и потом мне к следующему вебинару расскажите, пожалуйста, помогает, не помогает. Может быть, это только мне, моя ассоциация, а может быть, он действительно что-то в этом есть. Вот, есть распоряжение президента, постановление губернатора, федеральный закон, постановление главы администрации, постановление правительства России, указ президента Российской Федерации. Включаем, нужно составить заголовки. А как правильно сделать? Включаем наш заголовка форм. Первое. Смотрим. Указ. Хорошо. Вид документа у нас есть. Кого? Президента. Президента чего? Российской Федерации. Ага. Слово президент есть? Есть. Значит, у нас здесь будет указание, да, человек. Красный сигнал светофора. Значит, мы будем смотреть красную схему подсказки на красном фоне. У нас есть указ. Это вид документа. Но у нас уже есть человек, поэтому у нас заголовок будет справа налево Российская Федерация, точка, президент, точка, указ, а дальше о назначении на должность чего-то, кого-то там дальше. И к президенту мы можем добавить наши идентифицирующие признаки после президента, а потом уже указ. Вот таким образом, потому что идентифицирующие признаки в сложном заголовке мы можем после основной части, да, но они же относятся к президенту, поэтому мы их добавляем к президенту. Можем добавлять к составным частям этого заголовка сложного. И вот смотрите, вот мы уже быстренько сориентировались. Нашли нужную схему и по схеме сделали заголовок. Все, заголовок у нас готов. Попробуйте все остальные тоже, используя, сделать. Не сейчас, естественно. А ответ мы посмотрим уже на следующем вебинаре. Вот как. А теперь все эти части мы совместим в одну. Как работает эта схема, да, этот алгоритм ЧДО вместе со светофором. У нас есть 6 документов. Какой-то там документ Министерства финансов Чеченской Республики, распоряжение губернатора Краснодарского края, правительство Амурской области, мэра Москвы, какой-то документ, закон Ненецкого автономного округа и договор Еврейской автономной области. Вот я по каждому виду взяла вам по примеру. Да, это вот примеры просили, вот они. Это прям заголовки из реальных документов, да, только выдернуты и не указано, что это. Нам нужно составить на них сложный заголовок. Ну, а дальше будет уже указано, там, что это: распоряжение, приказ, письмо или так далее. Ну, а вот эту первую часть как составить? Первое, что мы делаем, мы определяем. Вот это все. Это субъекты. В составе Российской Федерации являются они субъектами. Чеченская Республика является, относится к субъектам. А Краснодарский край это субъект, Амурская область субъект, Москва это субъект или не субъект? К федеральным городам федерального значения относится или нет? Автономный округ Ненецкий, он субъект или нет? Проверьте, на всякий случай. Посмотрели. Выяснили, что у нас, да, это все субъекты Российской Федерации. Отлично. Вот теперь мы можем включить наш заголовка форм. И нужные слова мы просто раскрашиваем нужным цветом. Министерство финансов – это что? Человек, документ или орган государственной власти? Орган государственной власти – зеленый. Распоряжение губернатора – стоп. Распоряжение кого? Губернатор у нас человек. Красный. Правительство, орган государственной власти, зеленый, красный. Закон Ненецкого автономного округа. Ага, стоп, это уже документ, это будет желтенький. Договор. Ага, будет желтенький. Отлично, идем. Вот они у нас раскрашены цветами, прям реально можно раскрашивать.
И вот они, три схемы. Как составляется? Российская Федерация, президент. Здесь у нас Краснодарский край. Краснодарский край, губернатор. Дальше мы пишем распоряжение. Правительство Амурской области, зеленое. Смотрим. Амурская область, правительство. И дальше пошло название. Мэр Москвы. Москва – город федерального значения. Значит, сюда. Москва, мэр и название документа. Закон – желтенький. Все, законы. Договор. Еврейская автономная область, договоры. И пошло название договора. Вот, смотрите, мы буквально за минуту быстро рассортировали, да, что к чему у нас относится, взяли нужную схему с пояснениями и быстро составили заголовок нужного нам документа. Все. То есть вот вся самая страшная история. И вот он ответ. Вот как у нас будет выглядеть. И сюда нам осталось только дописать, что это приказ, письмо или там распоряжение. Здесь у нас полностью, видите, вся информация собрана. Краснодарский край, губернатор. Раз есть человек, мы пишем, кто вообще, распоряжение какого губернатора, ныне действующего или нет. Амурская область, правительство, постановление. Москва, мэр, какой? Собянин, Лужков, кто там еще у нас был? Да? Годы, когда этот документ был создан, вот в это или в предыдущее правление. И дальше там указ. Ненецкий автономный округ. Законы о создании чего-то. Там пошло название закона. Еврейская автономная область. Все. Смотрите, у нас ушло буквально пара минут. Когда у нас под рукой есть вот это распределение. Да, мы цветами быстренько выделили, что к чему относится. И есть схема. Ну, с цветами просто удобнее. Да, удобнее быстро выделили. Человек, документ, организация в заголовке увидели. И дальше мы уже смотрим просто нужную схему и подставляем свои значения вот сюда. Все. Вот вся самая страшная эпопея с заголовками, она как раз вот из этого и состоит. Вот все самое страшное мы буквально с вами успели разобрать. И последние минуты у нас осталось на ГОСТы. Самый маленький, самый короткий раздел в ГОСТе по заголовкам. Обозначение документа. ГОСТы, всякие нормативы СанПин, санитарные правила и патенты. Самое важное – структура. Там написано буквально один пункт и все, без всяких пояснений. Индекс ресурса, регистрационный номер, год утверждения. Откуда, самое главное, откуда они берутся. Открываем титульный лист и ищем вот это определение. Обозначение ГОСТа. Да, чаще всего мы с ними имеем дело. Или ISO, или там техническая какая-то, технический стандарт, будет написано ТС. Все циферки вот отсюда, как есть, так мы их и записываем. Если есть буковка R, ее обязательно берем. Может быть, ГОСТ у нас без буковки R, межгосударственный стандарт. И все мы записываем. Последнее – это год утверждения. Он может идти либо через дефис, либо вот так через двоеточие, либо через косую черточку. Но смотрите, в конце обязательно должен быть год утверждения. Все, самая простая вещь. Открыли, взяли, поставили. Все, это и есть заголовок. С анпинами и прочими. Та же самая история. Открываем документ. Здесь он, как в ГОСТе, может быть не выделен. У нас может быть он в тексте. Вот. Санитарные правила и нормы. СанПин. Пошел номер. А дальше, вот то, что в кавычках, это уже название. Это уже основное заглавие. Нам не надо. Вот мы его берем. СанПин 1-2-ТТТ-21. Последние две цифры – это год принятия. Погоду мы тоже можем ориентироваться, то, что нам надо или нет. Вот мы его вставили. Индекс ресурса, номер и год. Все. Все это берется из документа. С патентами. Та же самая история. Вид ресурса, номер патента, название страны добавляется и индекс МПК. Международная патентная классификация. Откуда они берутся? Вот он сам патент. Смотрим вот сюда. РУ, значит, Российская Федерация. Вот, Российская Федерация, пишем словами. Это номер, вот мы его записали.
И МБК, вот он код. Вот мы его сюда записали. В круглых скобочках, так как там проходило целый ряд редакций, не всегда, не на всех ресурсах вы увидите этот код с номером редакции. Вот это номер редакции. Если он указан, на всякий случай его тоже сюда запишите. Хотя по большому счету он должен был быть не как в примере, как номер, да, этой классификации, а это редакция. То есть, ну, по сути, пояснение. То есть, его зелененьким надо было бы сделать, и мы понимаем, что это все-таки, наверное, идентифицирующий признак. Потому что сам код – это вот эти цифры. Вот, 1.40 – все, код на этом заканчивается. Вот самое основное, что мы сегодня успели с вами рассмотреть. Так, сейчас нас будут выгонять, потому что мы немножко задержались. И последнее. Поиск патентов. Какими ресурсами можно пользоваться для поиска патентов? На всякий случай я его вам сюда дам. Вот. Вот эти ссылки можете забрать, если кому-то нужно. Где искать патенты? Там и русские, и зарубежные, заграничные тоже есть. Вот, коллеги, и пока вся история на сегодня. Материалы я положу вам на сайт. Так, сейчас я вам покажу. Вот наш сайт в YouTube. Вот там можно будет найти. И в нашу группу заходите, библиография для небиблиографов. Я сегодня-завтра вам размещу информацию, где можно будет найти материалы по сегодняшней теме. Итак, на следующем занятии мы еще раз поподробнее остановимся на заголовках, разберем библиографические описания. Сегодня вот так вот быстренько проскочили. Но самое основное, я вам показала вот эту хитрую штуку, уловку, вот этот светофор, который можно использовать для того, чтобы не запутаться в заголовках, что куда написать, что зачем идет. Особенно для небиблиографов это может быть важно. Поэтому я его тоже в группу положу, и вы попробуйте его, как говорят программисты, поюзать, да, поиспользовать. Я его прямо вот так вам положу со схемками. А вы попробуйте его поиспользовать, может быть, кому-то из своих там читателей или студентов дать попробовать. И потом скажите мне, пожалуйста, на следующем занятии или в группе напишите, работает, не работает, может быть, вы что-то поменяли. Хорошо, то есть нужен обратный отзыв, потому что если хорошо все понятно сработает, то я вам покажу, как на его основе можно провести какие-нибудь игрушки или интересные задания. Ну и, коллеги, про сертификат чуть попозже будет готов для тех, кто после 13 регистрировался, и для тех, кто раньше, уже можно его оплачивать и забирать. Ну вот, всем хорошего настроения, всем удачи и до следующего вебинара. 20 ноября, по-моему, у нас будет. Мы продолжим разбирать описание вот этих законодательных ресурсов, уже остальные элементы после заголовка. Про заголовок мы на следующем занятии тоже пройдемся, вспомним и повторим. А, все. Вопросы в группу мне в личку тоже пишите. Я вижу, ваши вопросы есть. Я их заберу и ответ обязательно вам дам. Хорошо? Все. Всем счастливо, всем удачи и до следующей встречи.